доблестью вам надо выступить. Ну а со славой мы вас здесь уже примем. Давайте. Знамя Самарской области молодые профессионалы обещают пронести с честью. Те, кто сегодня отправляется в Саранск на чемпионат Приволжского федерального округа, лауреаты региональных соревнований. 26 участников, с каждым из них наставник. Свою работу юные специалисты знают на отлично. При резке кирпича обязательно нужно пользоваться средствами защиты, респиратор, наушники, очки. Эта работа кропотливая, она требует внимания, трудолюбия, терпения. От ремонта и обслуживания автомобилей до там, поваров и кондитеров. То есть все компетенции, которые есть, мы охватываем. Обязанность приехать с победами или хотя бы с призовыми местами. Электромонтаж, дизайн интерьеров, столярное дело. На чемпионат в Саранске соберутся 150 участников из 14 регионов ПФО. Победители поедут на финальный этап соревнований в Московскую область. Попасть в число лучших самарцам помогут упорство и сосредоточенность. В стрессовой обстановке, да, придите в себя, не надо каких-то внутренних метаний, успокоиться, досчитать с 10 до 1 и спокойно начинать делать то, что вы знаете наверняка, то, что вы умеете, а если даже что-то не знаете, то ваши базовые знания вам позволят там, добиться того результата, который необходим. Молодые мастера, получив напутствие, сразу отправляются в дорогу. В Саранск их доставят на автобусе. Соревнования профмастерства на уровне ПФО стартуют 13 апреля. До этого времени ребята будут осматривать площадки, тренироваться и слушать инструктаж. Самарская делегация настроена только на победу. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, события.